113 граммов несчастья, а не дополнительный заработок. Наркотики принесли двум 29-летним жителям Сарова одни неприятности. Обвиняемые – одноклассники Кирилл Буряк и Дмитрий Горчаков. Дело первого уже направили на рассмотрение в суд. Нелегальным предпринимательством товарищи начали промышлять под конец 2022 года. Следуя договоренности, один из обвиняемых на протяжении нескольких дней, работающий в Саранске, приобрел посредством извлечения из тайника на территории региона наркотическое средство мефедрон общим весом более 113 граммов. Синтетику фигурант привез на съемную квартиру и расфасовал на несколько доз весом примерно 2 грамма каждая. Оставшиеся 41 грамм мужчина отвез на хранение в помещении автомойки, который владеет в Саранске. Затем готовые полимерные пакетики с запрещенным веществом сбытчик поместил в пластиковые бутылки из-под минералки. Сделано это было для конспирации. В это время в Мордовию приехал второй соучастник. На его автомобиле одноклассники передвигались по городу и под видом мусора выбрасывали те самые бутылки с наркосодержимым. Выкинув девятую емкость, Буряк и Горчаков были задержаны оперативниками наркоконтроля. В салоне машины полицейские обнаружили еще 27 бутылок с мефедроном. 29-летним одноклассникам следователи региональной полиции предъявили обвинение в сбытии и покушении на сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах. В отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного расследования один из обвиняемых заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».